Начиная с июля месяца, Эдавирская центральная больница предоставляет бесплатную услугу домашнего визита акушерки. Услугу разработали в рамках пилотного проекта «Домашний визит акушерки в первые годы жизни ребенка». Первичный визит длится обычно 30-40 минут, и повторный визит назначает акушерка сама после первого визита. Визиты проводятся в радиусе 30 километров от больницы. Обычно это города Йехве, Кохтлаярве и Ахтме. Целью визита является осмотр новорожденного и женщины. И ответ, ну, если у женщины появились вопросы в домашних условиях, то акушерка на них с удовольствием ответит.